Анонс и дата выхода 17 по 20 серию нового сериала «Новенькая». 17 по 20 серию сериала выйдут на новом канале 27 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Дэн встречается с Агатой в парке. Девушка просит, чтобы парень нашел для нее убежище, ведь в любой момент ее могут убить. Журавскому звонит продюсер и приглашает на встречу. Мужчина устраивает концерт молодых исполнителей и хочет, чтобы группа Ромы выступила на нем. Ареста похитила Веру, чтобы проверить, что это не она испортила тормоза в машине Журавского, в результате чего мама Ромы попала в аварию. Также Ареста рассказала девушке, что это она подставила ее брата с наркотиками, а потом избила. Вера прогуливает школу, ведь не хочет там встречаться с Ромой. Девушка не может поверить, что Журавский признавался ей в любви, а параллельно крутил шуры-муры с одноклассницей Ирой. Чтобы навсегда забыть о Роме, Вера настроена забрать документы из Вивата и вернуться в обычную школу. Тем временем Агата рассказывает Дэну, что на самом деле произошло на прощальной вечеринке в школе. В тот вечер в зеркале девушка видела, как водитель Романа Журавского выбрасывал из окна учителя математики. Романа Журавского подозревают в покушении на убийство Анны Марии. Экспертиза находит в крови парня наркотические вещества. Неужели Рома под действием хайпа мог совершить преступление? Что будет делать родители одноклассника, когда обо всем узнают? Дэн шокирует друзей неожиданной новостью. Он забирает документы из школы и летит с родителями в Калифорнию. Также парня ждет непростой разговор с Ларой. Как отреагирует девушка на переезд любимого? Что теперь будет с бандой? Как считаете вы, уважаемые зрители? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, с 17 по 20 серию сериала выйдут на новом канале 27 декабря. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.